Так. Коронавирус свирепствует, как обычно. Но некоторые отели работают, чем я и успешно пользуюсь в нужный момент. Какие-то свои хороший отельчик. О, сколько? 900 гривен. Он стоит 9000 там с чем-то форинтов. Хорошее место. Разговорчивый консьерж на английском. Кое-как понимаем друг друга. И, короче, всем надоел ковид, коронавирус. Все эти правила дурные. С 8 утра, ой, не, с 8 вечера до 5 утра нельзя на улице находиться в Будапеште, но в Венгрии. Это комендантский час, типа. И, короче, все недовольны всем. Отели пустые, пустуют. Туристов нет. Хорошо, хоть какая-то работа у людей есть. Мы тут немного позволяем себе отдыхать. Вик, ты одета? Вик, ты одета? Раздевайся, я нас видео веду. Мне на видео нужны страсти. Так, ну давайте начнем. Что тут? Туалет, душ, я тут еще не был. Не видел. Так, что тут? Пипи. Умывалка, фенчик. А, курить запрещено, блин. Ну тут самое дорогое в этом отеле. 50 тысяч форинт. Да. Это даже не 100 баксов, это больше. Все 150. Сушилка, там душ. Душ бьется груш. Потолки высокие. 17 квадратных метров у нас. В нашем. Ну, не в душе, понятно, а здесь. Так что, Вика. Здравствуйте. Так что, договорились разбываться. Так чистенько говорим. Так. Находится от Келики ЖД вокзала этот отель. В трех остановках на трамвайчике. В принципе, комфортно, удобно, добраться можно. Трамваи ходят, метро ходит. Все ходит. До 8 вечера. Вот так. Номерок. Рекомендовать можно. Прошлый был похуже, поменьше. Яны потоньше. Все слышно, по трубам там журчало постоянно. Что-то, ну, короче. А здесь гуд. 9000 форинтов. В принципе, себя оправдывает. Носочки. Что тут, потайной вход? Мой разум. Ну, все. Дальше больше. Поехали отдыхать. Будапешт с вами. Будапешт. Подписываемся. Буду вас освещать обо всем. Цены, возможности, отели, кто где, что о чем. Короче, коронавирус нужен, в принципе, все. Главное знать, как, где и когда. Все. До встречи. До встречи, жду, надо давать его окна. Что там у нас окна? А вот у нас. Да, хрен себе залезешь. А в окнах у нас промышленный райончик. Вот так. И живем. Отель называется. Ёпта.
Виолетта так называется. Блин, не надо. А, Диана Клаб Хотел. Все, в Диану можете ездить нормально. Хорошо, доступно, недорого, красиво. Цвет страсти повсюду. Все, давайте. Увидимся еще. Что-то может и пойти снять немножко. Так, всем стоять, руки вверх. Это полиция нрава. А ну, открывай. Сейчас ломаем дверь. Несите взломщика. Тащите. Что там? Что? Ладно. Девочка стесняется. Да. Девочка не хочет порнухи. По крайней мере, не на видео. Все, пока. До новых встреч. Все. Финиш. Пора спать. Так, ну и тут шведский стол. Так, завтрак включен. Номер отеля. Бесплатно. Все, пришел, набрал еды. Сел, поел. Пошел дальше. Там сосиски, колбаски. Яички жареные, помидорки, перчик, йогурты, джемы, соки, воды.